Всем привет, ребята! Сегодня я покажу вам вот такую гильзу, которую я нашел просто идя по дороге своего города. Это, конечно, довольно жутко. Но это пуля как бы не из пистолета, прошу заметить. Это пуля из легендарного автомата Калашникова калибром 5,45. Что же? Прошу заметить то, что гильза настоящая. Послушайте. Настоящая металлическая гильза. Только вот что она делает на дороге, это, конечно, не понять. Смотрите, как катится. Тёма. Тёма, что скажешь? Как тебе гильза, которую я нашел? Эй. Поросёнок, стой. Да ты так испугался-то, не будешь ты что? Блин. Да куда ты пошел? Нюша. Беспокоить, что ли? Сейчас, секундочку. Тёма. Понюхай гильзу. Или ты боишься, что ли? Ты же обычно всегда любишь все унюхивать. А? Странно как-то все. Ну, не важно. Просто не видать, может быть, впервые. Впервые чувствуют запах металла. Что-то так разволновались, прям не знаю. Ну ладно, не будем их трогать, беспокоить. Ребят, ну чё вы испугались-то? Кого? Гильзу, что ли? Да вы чё? Не знаю. Короче. Короче. Вот такая гильза. Решил ее забрать себе домой, чтобы она красовалась на моем столе. Вот, здесь видно такую небольшую вмятинку. Это значит, что... Это много чего значит, ребята. Не знаю, сколько этой гильзе лет, но... Думаю, что... Немало. Я вот не могу... Это, конечно, не понять, но не знаю, точнее, из какого автомата это. Либо из АКМ-47, либо из АКМ-74. Вот. Мне кажется, что это все-таки автомат не Калашникова 1947 года легендарный, а автомат уже... Калашникова 1974 года. Поновее. Его, кстати, используют в армиях до сих пор. Российской армии. АКМ-74 до сих пор актуален. Вот. А АКМ-47 уже считается устаревшим автоматом таким. Вот. Ну, потому что у нас город даже в военное время во Вторую мировую войну не дошла до нас война, потому что не дошла. В нашем городе было за все 4 года войны гулаки, где сидели заключенные. Потом их, конечно, убрали, но какие особо боевые действия мы в нашем городе не проходили. Но поскольку она просто лежала на дороге, это, конечно, все странно. Боевые учения в нашем городе тоже вроде бы как не проходят. Хотя, кто его знает? Эта гильза остается загадкой. Но всякое это когда-то тут была пуля, и когда-то из нее стреляли. Что ж, теперь эта гильза будет так стоять и красоваться на моем столе. Ребята. Обратите внимание, что внутри гильзы. Я фонарик на телефоне включил, вот. Видно внутренности вот такие там гильзы. Вот. Ну что ж, на этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мне это сейчас... очень-очень важно. И нажимайте на колокольчик,
чтобы не пропускать новые видео, ведь мои видео выходят каждый день. Ну что ж, всем удачи, всем пока.